каждая девушка хоть раз досталкивалась с проблемой, когда облегающее платье из шелка или тонкого трикотажа предательски выдает то, что под ним надето. Вот бы найти способ этого избежать. Надя, помоги! Дизайнер одежды Надежда Таскина предложила исправить ситуацию при помощи баски, аксессуара, находящегося на пике моды уже не один сезон. Для того, чтобы сшить ее, нам понадобится широкая резинка и небольшой отрезок ткани. В нашем случае это будет эко-кожа. Итак, Настя, нам понадобится твоя талия. Замеряем резиночку. Теперь из сложенного в 4 раза отрезка материала выкроим основу для будущей баски. В общем, когда мы сейчас вырежем, нам нужно, чтобы вот это вот пространство на тебя оделось. У нас будет проем твоей талии. Это моя талия? Дальше рисуем, а позже и вырезаем так называемое полусолнышко. Баска у нас будет королевская. Что это значит? Это значит зад длиннее, перед короче. Вот такая у нас юбочка получилась. Но так как нам перед такой длины не нужен, мы это складываем в 2 раза и одну длину укорачиваем. Пора доставать швейную машинку. Вкладываем резиночку. И нам нужно будет по кругу просто ее сострочить. Я подтягиваю не резинку, а именно кожу. Нашу басочку. Осталось только опиковать концы юбочки. Баска готова. Самое время отправляться в примерочную. Согласись, что ты себя очень комфортно чувствуешь в этой баске. Да. Первое, что не видно швов от колготок, а второе, ты сюда можешь одеть любое нижнее белье.